Ты знаешь, что почти вся жизнь состоит из страданий? Нет, слушай, у меня она почему-то вся из кайфа состоит, за редким исключением. Да? Ну, может быть. А может, и тебе кажется, что из страданий? Я больше знал такую хуйню. Слушай, знаешь, я бы тебе очень посоветовал немного поднять седло, потому что в такой посадке ты очень быстро устанешь. Это может быть хорошо для всяких прыжков и съезжалок, но просто крутить довольно утомительно. Не хочешь попробовать? Нет. Окей. Я пробовал. Хорошо.